Это раннее утро, черт подери. Хейтеры и сыкуны как раз сейчас спят. Мы нет. День представляет нам столько времени. Нельзя же просто сливать все без цели. Да, у большинства сейчас подъем. Идут на работу с 9 до 5 и следуют этому распорядку всю жизнь. Но им не оплачивают за качество. Им оплачивают всего лишь за количество времени проведенного. А мы здесь и идем уничтожать спину сегодня. У нас час на все про все. И это не означает успех. Речь о твоем выборе, в каждом гребаном повторе, в каждом сете, когда боль говорит привет, ты говоришь пока. Что ты будешь делать? Как сильно ты хочешь этого? Видишь ли ты себя уже достигшим чего-то, прежде чем реально взяться за дело? Есть ли у тебя визуальный образ и жажда этого, до того, как ты начнешь выкладываться за это? Если этого нет, так должно быть. Ощути этот момент. Сконцентрируйся. Пойми, какого хрена ты тут? Пойми, что пора платить по счетам, и твои амбиции стоят того, чтобы в конце дня не горевать, сидя на жопе. Это установка, если у тебя есть вера. Это импульс к действию, это тренировка, это стратегия блицкриг против спины, чтобы достигнуть лучших пропорций. Время пришло. Сомнения в сторону. Настроен на победу. Стой за свои слова, будь тем, чей голос не затеряется в сотне других, кто в ответе за это. Вот это настоящий человек, ему можно верить? Это настоящий пример, вот кем нужно стремиться стать. Если вы хотя бы раз доведете дело до конца, вы поймете, что нет невозможного в этой жизни. Хватит искать лучшие моменты в прошлом, ты прямо здесь, и лучший момент – это те возможности, что ты имеешь сейчас. Чаще всего ты говоришь себе, как же мне сделать это, но лучше спроси себя, каково мне будет, если я не сделаю этого. Твое имя навсегда войдет в историю. Если ты справишься, а это трудно, тяжелейшая битва. Этот путь не для всех. При первых ударах все сворачивают. Это ступени к характеру. Достигни этого. Хватит считать себя тряпкой. Все, что ты имеешь, это сейчас. Это все, что у тебя есть. Делаешь ли ты все, что можешь сегодня? Все, чтобы тебя запомнили? Я могу умереть сегодня. Сегодня я могу умереть. И я помню об этом, и в гребаные 5 утра я говорю себе это. И если завтра больше не наступит, я приму это без колебаний, потому что я сделал все, что хотел сейчас. Все эти воспоминания, объятий, любви, открытий, мы забираем это с собой. Если все делать правильно, мы озарим светом нашу жизнь, и другие увидят это и захотят дальше жить так. Жить, а не просто существовать.
человеком, которым хочешь быть, когда ты перестанешь оправдываться и начнешь наводить порядок в своей чертовой жизни?